Розныя стылі і погляды на Магілёў, абстрактныя выявы і канкрэтныя гарадскія месцы і будынкі. 9 мастакоў з 9 краін 2 тыдні знаёміліся з горадам і малявалі яго. Падарункам на юбілей яны пакінулі 28 карцін. Цяпер магілёўчане маюць магчымасць паглядзець народны горад вачыма гасцей. Он разный, и все зависит, конечно, от художника. Для кого-то это какая-то экспрессия, абстракция, для кого-то это конкретно определенные места. Но можно, судя по выставке, видеть, что все это позитивно, и все это прекрасно и успешно, и я очень этому рада. Свою работу завершил и международный пленэр по скульптуре. 10 композиций от авторов с 5 краин увасабляют сторонки могилевской истории, погляд на сегодняшний день, на сивые легенды старошидного города. В нынешнем Могилеве я запомню теплым, гостеприимным и много зелени. Работа у меня называется «Разговор о вечном». Ну а дальше уже каждый может для себя что-то придумать. Скульптура должна быть спускаться со всяких высоких постаментов, когда она находится в парках, и чтобы люди могли контактировать. Композиции упрыгожили парк отпочинку под Миколи. Нарэшце у Могилева появился свой парк скульптур. Ирина Бродиловская, Александр Артемьев, новина региона.